В эти минуты на фестивале дружбы и культуры в городе Гулистан находится мой коллега Джамшид Суатов, с которым мы устанавливаем прямое подключение. Джамшид, расскажите более подробно, какая программа развернулась на стартовавшем сегодня фестивале и какое настроение у участников? Вам слово. Добрый вечер, студия. Сегодня на центральном стадионе Сабдаринской области многолюдно, как никогда. И собрал всех очень важный, огромный фестиваль, фестиваль дружбы. И здесь мы можем видеть молодежь со всего Узбекистана. Главное, посмотрите на эти лица, на настроение. Конечно же, эмоции переполняют всех. И прямо сейчас начинается самое важное событие. Концертная программа посвящена церемонии открытия мероприятия. Отмечу, что фестиваль весьма насыщенный, подобно каждую минуту, чтобы досуг молодежи был очень полезным. И, как я уже сказал, здесь принимает участие не только молодежь Сабдаринской области, но и со всего Узбекистана. Мы только что видели, видим, что вот общаются они с собой. Это, конечно же, хорошая платформа для того, чтобы найти новых друзей, проявить себя, рассказать о своих инициативах, о возможностях, а также провести полезный досуг. А в целом, как я уже сказал, программа насыщена, и вот эта самая молодежь. Здравствуйте. Расскажите, откуда вы приехали? Сколько вас? У нас 10 человек. Мы приехали сюда, чтобы поучаствовать в замечательном фестивале. Но ожидания какие у вас? Ожидания, конечно, отличные. Спасибо огромное организаторам, которые организовали это замечательное мероприятие. Я желаю им плодотворной работы и трудовой деятельности. Спасибо вам огромное. И вам спасибо. А у вас какие впечатления? Мои впечатления вообще огромные. Спасибо нашему президенту и нашему областному хакиму. Они нам даровали такую возможность. Мы хотели проявить себя, вот проявляем тихо-тихо. Наш маленький регион тихо-тихо вырастает. Да, растет, развивается. У нас, как видите, вот здесь молодежь, везде молодежь, молодежь. И они всегда стараются, чтобы мы шли к лучшему сторону, а не к худшему. Спасибо. Главу государства. И вам спасибо. И это видно, кстати, по глазам, что все, у всех они горят, очень яркие взгляды. А вы откуда приехали? Здравствуйте. Здравствуйте, из города Самарканда приехали. У вас в Самарканде, по-моему, тоже проходит фестиваль, не так ли? Да, проходит фестиваль, но мы хотели посмотреть, как проходит фестиваль в Гулистане. Она была интересна. Да, интересно. Мы очень рады этому. То есть не пожалели, впечатления хорошие. Хорошее впечатление. Спасибо. А у вас какие ожидания от фестиваля? Ожидания очень много. Я бы хотел передать привет нашему отцу и нашему президенту. Хочу им спасибо за то, какие у нас возможности есть. И в Гулистанский город всех любит и всех такого фестиваля. Спасибо вам большое. Извините. Да, конечно же, Узбекистан, как страна, где тоже бывают представители разных наций и народностей, мир и согласие. И не зря данный фестиваль называется фестивалем дружбы, чтобы еще раз показать, насколько наш народ любит всех, насколько у всех сердца открыты. Как я уже сказал, уже начинается концертная программа, посвященная церемонии открытия, и завтра целый день будут самые разные мероприятия разного формата, которых мы расскажем в наших следующих информационных выпусках. Друзья, спасибо. Спасибо, Джамшид. Напомним, с нами на прямой связи был наш корреспондент Джамшид Суатов с фестиваля дружбы и культуры «Толерантный Узбекистан. Наш общий дом».